Маугли! Тебя сюда зачем взяли? Дрыхнуть? А? Я тебя спрашиваю. Высунь руки. Деньги-то. А деньги у нас откуда? А? Не знаем, да? Бинокль, да? Бинокль. Бинокль зачем? На продажу? Да? На продажу, я спрашиваю. Ты вообще заткнись! Мешки все перегрыз. Кто? Кто за ним должен следить? Значит так. Иди работай, иначе я не знаю, что я с тобой сделаю. Понял? Вот и прекрасно. Чё пялишься? Чё пялишься? Работай давай! Машину помой. Красиво. Не ухожу за ворота, смотрю, не едет ли. Да я бы не приезжал. Если б нужды не было. Крайне. Поговорим. Активнее работай давай, не филонь там. Жена твоя. Младший брат. Не мой, их помню. А это кто? Сын. Сын. А сына у тебя, Ряхин, не был никогда. Появился. Усыновили. Документы показать. Бесплатная рабочая сила. Это грамотно. Молодец, Пушкарев. Молодец. Я слышал, у тебя есть следаков того, а нюх остался. Ну, сын так сын, это даже хорошо. Давай, Адель. Ты же местность это знаешь, как содержимое своих карманов. Поохотиться был всегда большой любитель, да? Да. Допустим. Мне как раз одна вещица нужна со склада. Счастье. Что тут по соседству. Где-то служил. Не бесплатно, конечно. Сколько? Ну, понимаешь, тут одним делом стали интересоваться. Давним.
Если ты дело забыл, я тебе напомню. Жил-был человек, имел совместный бизнес с компаньоном. Когда бизнес пошел в гору, они с компаньоном отправились на рыбалку. И там его компаньон, мастер спорта по подводному плаванию, только разучился плавать и утонул. Естественно, завели дело. Но благодаря одному доброму следователю, через некоторое время его закрыли. Я же с тобой расплатился, да? Так это за закрытие дела. А я тебе предлагаю выкупить заключение судмедэкспертизы, которое для тебя этот добрый следователь подменил на поддельное. Не просто выкупить, а заработать. Можно так сказать, у родной части предлагаешь склад подломить, так? Да! И мы с тобой договорились. Собак, кстати, не нужна. Человек, что ли? Он тебя что, бешеный? Так ты пристрели его. Так точно, товарищ капитан. А ты что стоишь? А? Лут, нельзя! Ты чего? Знаешь, что он с тобой сделает? Скройся, чтобы тебя видно не было. Сюда иди. Сюда иди, сука, сказал! Эта тварюга мне все мешки перегрызла. На что дам? Иди сюда, на. Что, укусил? Лови его, что ты стоишь? Ты оглух? Да его не бить, его прибить надо. Или ты что, в колонию захотел? Так я тебе пару счетов это устрою. Я говорил, что нужно было так же, как и работу брать. А не этого придурка. Не надо его бить! Да отвалите! Товарищ капитан,
Может, я пойду языка возьму, а? С целью. Узнаем, где они посты расставили. Попрессуем маленько молодежь. А то где их учить-то? В казарме нельзя. Так и вернуться он к Кирзине Нюхов. Тебе что ли? Руки чешутся. Ладно, давай. Шить выполнять? Выполняй. Есть? Чичков! Офицера только не приведи. Лоботряс, ты жив, а? Да жив, жив я! Не шевелиться. Все, встаем, одеваемся, выходим. Пацана ждет. Я. Забирайте. Плут! Плут! Будь здоров, парень. Спасибо. Ты где живешь? Нигде. То есть как? Ну так нигде. Плут! Плут! А что на полигоне делал? Да ничего, гулял. Куда гулял? Никуда, просто шмонался. Макс, что с ним делать? Бомж? Сам ты бомж. Ладно, давай вот нам санчасть, там уже посмотрим. Ну да. Поехали? Я без собаки никуда не поеду. Я тебя что, уговаривать буду? Я сказал, без плута не поеду. Ну, оставайся. На вон, на память. Заводи, поехали. Плут, плут! Ах, ты молодец. Вот он где. Это ты что, хулиган себе позволяешь тут? Ну что, дед? Какой дед? Ты что, дед? Я тебе дед? Как ты взял палку эту? Где ты ее взял? Дед, ты что? Это моя палка. Это... Макс, притормози. Слушай, ну отдай мне крюку. Вы что к парню пристаете? Я пристаю, да. Да он упер у моей бабки крюку. Хулиган такой молодой, бессовестный. Да я не пёр! Она вообще у стены стояла. Ну отдай мне клюку. Чужая надо отдать. А я на чем ходить буду? Слабо. Убирайся. На поляне. Товарищ майор. Товарищ полковник, при проведении учений в ловушку для условного противника угодил подросток. Поранился, при нем собака. Ты чего в честь привел? Капитан Наливайко приказал вести в травмпункт. Там выяснил, что у пацана нет постоянного места жительства. Вольно. Как зовут-то? Бегунков. А вас? Ишь ты. Меня? Соломатин Андрей Николаевич. Лет-то сколько? Мне 14. А вам? Что ты сломал? Родители есть? Родители? А у вас?
Да что ж ты как попка заладил? А вам? А у вас? Это что, юм? Ладно. Помыть, накормить, в санчасти смотреть ногу, собаку в питомник. Ты, Дедков, ответственный. Есть. Вот дает. Ты так весь питомник без довольствия оставишь. Может, хватит? Отдай. Ну, отдай. А ты настырный. Нет никакого перелома. За ручку последи. За ручкой следи. Да ладно, руки у вас тоже красивые. А чё кольца-то на пальце нет? Ну, а кушетку садись. А цветочки вам кто носит? Мы их снимаем. Зачем? Прививку будем делать. От чего? От трусости. А столбняка в яму падал. Кто ж тебя так? Упал. А кто толкал? Может, расскажешь? Да колите его уже. Кем ты стать хочешь? Да доктором хочу стать, как вы. У меня все в семье докторами были. И отец, и дед, и прадед. Наемник, потом Осинский детский дом. Жил кто-то в нашей семье. Сбежал. Почему сбежал? Я не знаю. Вы же увидели. Видел. Ну, значит, семья у него все-таки есть? Ну, не родная, но вроде есть. Тут, похоже, все не так просто. Вот Андрей Николаевич. Вся спина разукрашена. Я спрашиваю, кто молчит, как партизан. Ну и что? Меня тоже в детстве пороли. Бывает порка, бывает побои, Левочки. Так, хорошо. Ну и что вы по этому поводу думаете, Татьяна Николаевна? Ну давайте разберемся. Наведем справки в этой патронажной семье. Если там что не так, можем взять воспитанника. Ну что, будет у нас свой сын полка. Сын полка. Своих пора рожать, товарищ капитан. Приказ вот от командира еще не поступал. Товарищ подполковник, разрешите? Да. Это просто у нас здесь воинская часть. Они детские приют для бездомных. И я? При всем уважении. Уже 15 лет занимаюсь здесь воспитательной работой. Так что, знаете, если по уставу, то... Если по уставу, то решение здесь принимаю я. Роман. Бегунков. Ну, проходи, Бегунков. Садись. Как ты? Терплю. Веткина сказала, терпеть буду, генералом стану. А ты генералом хочешь? А то. Ну, брат, знаешь, от солдата до генерала путь не близкий. Ну, тогда полковником. У нас все в семье полковниками были. И отец, и дед, и прадед. Прям все? Да. В армию, значит, собрался? Ну, да. Но армия – это не просто. Дисциплина, подъем, отбой, распорядок дня. Своя специфика, свои требования. Да я даже люблю, когда свои требования, своя специфика. А как же родители, твои приемные? Семья? Да нет у меня семьи. Ну ладно. Я подумаю. Живее, живее, улитки!
подъем. Есть, товарищ генерал. Вспышка остыла! Форма одежды номер два, Лен. Вокруг казармы, 5 кругов, бегом! Марш! Шире шаг! Бегунко! Шире шаг! Молодец, Бегунков! Только турник не здесь. Пошли, покажу. Давай, давай, Бегунков! Ну, еще 10 раз и умываться! Холодной воде, Бегунков! Душа радуется! Перестираться! Давай, до красна! Ну, сам! Настроение, Бегунков, с настроением! Дежурный по штабу Петр Иванов. И вот позавчера поступило заявление от приемных родителей Бегункова. Ознакомьтесь. Ищут, волнуются. А почему сами не пришли? Просто они сразу обратились в опекунский совет. Просто мы оформляли мальчика. И потом, знаете, родители с ним натерпелись. Наследственность плохая. Весь в отца. Мать алкоголичка. Дерется, ворует. Хулиган. Хулиган? Да. А с кем дерется? Ну, знаете, мало ли шпаны вокруг. А, госпожа Мазалькова. Мазалькова. Лидия Евгеньевна. Я человек военный, знаете, тоже, в общем-то, понимаю, что такое драка, что такое избиение. Вот мы вчера его осмотрели у нас в медсанчасти. Вот вы это видели? Простите, я просто не понимаю, а что вы имеете в виду? Что имею в виду? Ну, примите меры. Я вот думаю, поскольку родители сами не пришли, наверное, лучше, чтобы мальчик какое-то время остался у нас. А с вами будем взаимодействовать. Я хочу узнать, откуда эти побои? Все? Ну, манку мне. Манку люблю. Манки не люблю. А я привык. Может, махнемся? Давай. На компот? Давай на капот. Это что такое? Ну, я свое слово держу. Я тебе компот, а ты мне компот. Нет, Бегунков, ты давай комочки разбивай. Вот, как ты любишь. И поосторожнее, поосторожнее. А то так до нефти докопаешься. Мне тебя придется бурильщики отдать. Не, я лучше белым воротничком. И зарплата больше, и руки чище. Ну, считай, мечта сбылась. Я тебя научу воротнички подшивать. Отставить. Бегунков, с тобой старший по званию разговаривай. Есть. Выполняй. Приду, проверю. Да, товарищ полковник. Есть. Ну, что, новичок? Физические данные не очень, товарищ майор. Так тренировать надо, товарищ старший сержант. Да и характер не сахар. В общем, трудный подросток. Да, повесили обузу.
Хорошо, хоть кусаться перестал. Чем кусался? Дмитрич, ты со своими собаками. Я про пацана говорю. А-а-а. Ну и что, пацан? Филон. Ну что, так, распределен в части. Должен иметь то же самое, что остальные солдаты, понял? Точно. Что-то сломать, ну скажи. Дмитрич. А что, Дмитрич? Пошли. Че, интересно, да? Что, наказали? Меня? Это я так, от любви к природе. А ты что, юный натуралист? А ты что, природу не любишь? Люблю. Докажи. Какой хитрый. Ну, если бы у меня были вторые грабли, может быть, я бы тебе и помогла. Ну, считай, что это вторые грабли, а не первые. Нет уж, спасибо. А как тебя зовут? Света Соломатина. А, ну, понятно. Дочь полковника. Куда вам? Не, не пойдет. Тебе поручили, ты и работай. А тебя как зовут? Бегунков. Роман Бегунков. Так, Бегунков, кнопка массы. Проверяй нейтраль. Зажигание. Сцепление. Втыкай передачу. Плавно отпускай сцепление, нажимай на газ. Только аккуратненько. Бегунков, заканчиваем уроки вождения, начинаем менять сцепление. Что-то мимо. Ну давай, Бегунков, покажи, на что ты способен. Поехали! Прекратите истерику. Работаем, работаем, работаем. Ну, хоть чему-то тебя в твоей деревне научили. Активнее работай, Бегунков, активно! У меня! Активнее, активнее. Молодец, молодец. Работаем, работаем, не останавливаемся. Когда жмешь на курок, задерживаешь дыхание. Яблочко, Бегунков. Только мишень чужая. А так прогресс налицо. Молодец, Бегунков. Наконец-то. Тут это... Детали лишние остались. Давай, давай. Оп! Вниз руки не опускай. Поехали. Перекур 5 минут. Мира! Больно. Больно! Егор, слушай. Я точно. Такое дело. В общем, нужно стенгазету... Ну, Дню России, понимаешь, у меня там подвиги, герои и так далее. Так точно. Ну, выполни. Портнихин! Отставить! Портнихин! Я! Рисовать умеешь? Рисовать? Нет, никак нет. Умно? Я. Рисовать умеешь? Ага. И петь, и танцевать. Че такой разговорчик? Бегунков! Я! Yeah. Вот сюда. Рисовать умеешь?
Да, конечно. Я же художником хотел стать. У меня все в роду художники. И отец, и дед. Да-да-да, у тебя папа Ван Гог, а дедушка у него Рембрандт. Ну что, о, талант какой. Давай, занимайся. Где заниматься точно? Так, смена караула. Беру смену, запиши. Опа. Заодно боеготовность проверим. Несем боеприпасы. Так, построились. Открываем дверь. Опаздывайте, ребята. Мы в свое время быстрее бегали. Дверь. Действие электромагнитной бомбы сравнимо с эффектом распространения электромагнитного импульса при атомном взрыве. Россия на сегодня производит самые современные и совершенные образцы этого типа оружия. Испытания российской электромагнитной бомбы продемонстрировали впечатляющий эффект. Выражаясь в нескольких сотен метров, были выведены из строя все электронные компьютерные устройства и все виды сигнализации. Люди при этом не пострадали. Вот такие вот образцы вооружений, товарищи солдаты, появятся в нашей части уже в сентябре. Я надеюсь, что это каждому из вас придаст немножко больше ответственности. А так что буквально завтра вам, товарищи солдаты... Ты сингазет рисуешь? ...раздадут тематическую литературу. Да, уже почти готов. Каждый из вас с ней ознакомится, это приказ. Угу. Если есть вопросы, то вы их все вместе... О, привет! Эй, пошли гулять! Саня, стенгазету делают! Ну, как знаешь. Сам? Ну что, Рома, молодец. Молодец. Значит, можешь, если захочешь. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Обращайся. Разрешите увольнение? Свидание у меня. Свидание? А девушку защитить сможешь? А я плуту возьму. Ну, раз такое дело, давай детков. Передай, пусть оформят увольнительную. Так точно. Ну, к отбою, чтоб был. Есть вернуться к отбою. Разрешите идти? Иди. Ну, шустрый. Уже девушка. А газета хорошо. Давай, вывешивай. Есть, товарищ полковник. Во время увольнения вам, рядовой Бегунков, разрешается находиться только в пределах военного городка. В часть из увольнения прибыть без опозданий в строго указанное время. И все время пребывания за пределами военной части высоко нести звание представителя наших вооруженных сил. Вопросы есть? Вопросов нет? Свободен. Есть.
Запасной выход здесь, уходить будем. Это на случай, если все выходы в шахте перекроют, у нас с тобой тайны будут. Логично, но отметь. Вообще нормально, да? Малой, это твоя собака нагадила. Как тут нормальные люди теперь сидеть-то будут? На корточках. Ты вообще знаешь, что это такое? Ой, слыхала о таком? Гвоздик, опять алгебра. Ну, там у меня в задачке затык в конце. Посмотри. Слушай, может, сходим сегодня куда-нибудь, а? Лу, ко мне! Ой, собачка! Это чья? Моя. А стенгазета как же? Додел. Погуляем? Слушай, давай завтра. До контрольной время есть. Пойдем. Пока. Пока. Здравия желаю! Это что? Стенгазета. Как приказывали. А кто автор? Бегунков. Как приказывали. Какой Бегунков? Виноват, товарищ замполит. Рядовой Роман Бегунков. Это же я. Я же сам-то рисовал. 10 лет назад. Ну все. Я командир части. Будешь? Две. Ёлки. Одну. Спасибо, сдачи не надо. А ты как в части оказался? Прислали. Зачем? Ну, не могу сказать. Задание, секрет. Бегунков. Ну, да. Г.
Грядки и стенгазета – это все прикрытие. Ты же еще маленький. Кто? Я маленький! Есть! Ну, ты даешь. На, поздравляю. Хочешь прокатиться? Хочу. Сколько стоит? Да нисколько. Че, прям бери, катайся? Да бери, сломанулся. А если я починю? Ты починишь? Может, в кино сходим? Слушай, у меня отбой скоро. Мне вернуться надо. Давай в следующий раз. Жалко. Ну ладно. Беги, опоздаешь. Слышь, малой. Это моя девчонка. Красивая. Мне нравится. Собаки твои тоже хана. Товарищ командир, рядовой Бегунков из увольнения к отбою прибыл. Ну, как прошло свидание, рядовой? Хорошо прошло, товарищ командир. Это хорошо. Потому что следующее будет не скоро. Давай в казарму. Есть. Крась, крась, Бегунков. Не место красить человека, а человек место. А как красить-то, а? Здравия желаю, товарищ майор. Малевич. А главное, что впереди долгий творческий путь. О! Активнее, Бегунков! В мое время здесь стоял ракетный полк. Потом часть расформировали, ракеты вывезли, шахты остались. И что? Вот это складская территория части. Это маршруты движения часовых. А вот это то, что нам нужно. Территория склада. Далее смотрим. Это пусковые шахты. Это тоннели, которые соединяют помещения техслужб. Теперь мы совмещаем натюрморты. И получается, что один из тоннелей проходит как раз под территорией склада. То, что нам надо. Хорошая работа. Мне нужен ящик с номером 3213. Когда я его доставлю часть, я сообщу. Что у меня? Слушай, Рехин, отлично, у тебя конфеты. Я возьму. Четырнадцать. Пятнадцать. 16, 17,
18, 19, 20. Рядовой Бегунков, упражнение номер 3 окончил. Молодец. Минуту отдыхаешь, а за мной. Куда еще? Важное поручение, приказ министра обороны. Дорожка вести. Не, на этот раз дело серьезно. Держи. Опускай тент. Пиши 60 ящиков. А? Все, заводись, поехали. Продаешь? Да нет, вроде. По 5 рублей? Давай по 10 рублей, все куплю. Да не продаю я. По 15 рублей, давай куплю у тебя. Давай по 20. За 30 отдам. За 30 давай 3 ящика. На. Давай. Бегунков, ты так все яблоки слопаешь. Сажал, каждый день поливал, каждый утром клады. Я спрашиваю, сколько? Светлана Соломатина. Громко. Агент Бегунков, задание прибыл. Прошу. Задание выполнил. Премию выписали. Какое? Домашнее? А родители проверили? Нет у меня родителей. А где они? Погибли. Прости, а ты поэтому в части? А в части я? На спецзадании. Пойдем мороженое есть. Эскимо? Лучше. Бегунков! А его тут нету. То есть как нет? Вот так нет. Чуешь? Чего? Чего-чего? Смолочкой пахнет. Ящики перечитай. Ну? Выбрали? Мне, пожалуйста, пломбир с шоколадом. Вам, естественно, тоже мороженое. Да. И шашлык. Ты будешь? Нет, спасибо. Шейка, корейка, ребрышки с выносом. А какой дороже-то? С выносом. Ну тогда его.
49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 57. Может, еще раз пересчитаем, а? Да, да уже устали пересчитывать. Не хватает трех ящиков. Может, по дороге где потерялись? Ага. Вместе с Бегунковым, да? Виноват, товарищ майор. Виноват. Конечно, виноват. Даже не сомневайся. А что так долго готовят? Офицер! Может, пойдем, а? Да нет, я хочу нормально поесть. Надоела эта армейская диета. Хорошо, я подожду. Кино. Ну ты же хотела, я билеты купил. Вот. Извини, я сегодня не смогу. Я считаю, товарищ полковник, что у нас воинская часть, а не место для воспитания трудных подростков. Да что ты говоришь? А я не знаю, что мы находимся в воинской части. Для этого есть другие учреждения. Значит, давай выбросим его за забор, пусть он там порыжит, ворует, делает что угодно, только бы не у нас, так? Давайте вообще разберемся, зачем он это сделал? Может, у него какие-то свои особенные причины были? Угу. Зачем, зачем? Да сущность у него такая. Как у тебя, Веткина, сущность. Слишком доброе женское сердце. А какое у меня должно быть? Мужское? Ты что такое говоришь, Леочки? Какая сущность? Сущность. Да он пацан. Ну, схулиганил, украл яблоки. Ну, ты что, в детстве не хулиганил? Что ж ты ему сразу сущность приклеил? Схулиганил! Ну да, Дедков виноват. Проморгал. Получил за это взыскание. Дальше что? Я считаю, что если мы действительно хотим добра мальчику, нужно его отдать обратно в детский дом или в другое учреждение. Здесь не будут построже. Да ты что, Левочкин? Это же ребенок, я же тебе не игрушку взял, отдал. Нельзя же так. Давайте мы его взяли, теперь отдадим. Я согласен с Татьяной Николаевной. Согласен, Левочкин. Не надо торопиться. Сущность. Юванли, позвоним в штаб. А ну, стоять. Ну что, как там на гражданке? Да отлично. Ну и хорошо. Ты иди отдыхай, а с тобой мы пока побудем. Если что, какие там вопросы, ты можешь обращаться. Не стесняйся, понял? А Дедков где? Где? На губе Дедков. Там у него с яблоками какая-то недостача вышла. Так что подсудное дело. Ладно, иди отдыхай. Ну, ну что? Да. Вызывали, товарищ полковник? Проходи. Как дела? Ничего, спасибо. Ничего, пустое место. На, увольнительную. В городе сегодня праздник. Сходи, развлекись. Поешь мороженого. Разрешите идти? Иди. А с Дедковым что будет? С Дедковым? Ну, раз был факт воровства, будем принимать меры. Thank you.
Пацаны, кто-нибудь хочет яблоко? А? Никто? Портнихин, хочешь? А ты вон, Бегункову отдай. Он проголодался в воде. Точно. Держи, Ромка. Ну, спасибо. Ай, слушай, ты мой яблоко тоже возьми, а? Хорошее яблоко, персик, а не яблоко. Держи, дорогой. Спасибо. Угощайся. Забирай. Что случилось, пацаны? Мое возьми. На, держи. Здоровья, мужик. Мое здоровье. Здоровья. Здоровье. Мое вольное. Пожелаю так. Вольно. Левочкин, за 3 месяца первый выходной день. Первый. Дочь собрался в зоопарк сводить. Ты без меня это решить не можешь? Вот, конечно, не я принимал решение. Я без вас избавиться от него не могу. Я гляну, что это плохо кончится. Сегодня вот эти яблоки. А завтра что? Прям-таки избавиться. Скажи, а почему он это сделал? Почему, почему? Понятия не имею. А ты помнишь, ты мне говорил, ты здесь 15 лет в этой части по воспитательной работе? А это не воспитательная работа? А? Чья это работа? Усвоил? Виноват. Исправлюсь. Ну, что скажешь? Виноват, товарищ полковник. Не доглядел. Дальше? Ну, раз уж так получилось, полностью моя вина. Прошу освободить меня от опеки над Бегунковым. С гаубвахты я тебя освобождаю. От Бегункова нет. Андрей Николаевич. Бегунков остается в части. Огневой рубеж, красные столбы. Рядовой Бегунков к стрельбе готов. Заряжай. Дедков. Чего? Ты извини меня. Бегунков, ты не яблоки продал. Ты себя продал. Людей, которые тебе доверяли, продал. Одиночными, по мишеням. Огонь! Иди сюда свою псину. Зачем это? У нее свидание. Гость, она же маленькая. Может, не надо, а? Может, правда, не надо, а? Иди, сказал. Сюда. Это ты собаку ищешь? Ну да. Какая-то шпана потащила овчарку вон в тот двор в сарай.
Спасибо. Лошара. О! Лу! Не боись! Тебя скоро выпустят. Что со складом? Три периметра охраны, электронная дверь. Ну, разве это проблема для тебя? Проблема в том, что ты мало платишь. А, я добавлю. Сколько? 5 лет. Ты чё, капитан? Уже майор. Еще вопросы? У тебя 2 варианта. Либо ты садишься туда, откуда никогда не выйдешь, либо начинаешь действовать. После этого ты забываешь мою фамилию, договорились, да? Ты мне товар, я тебе документ. Мне гарантии нужны. Я тебе выпишу гарантийный талон. На запах пришел. Садись. Да, не разговорчиво ты, друг, попался. Ну скажи, а девушке ты как в любви признаваться будешь? А? Давай я тебя научу. Скажи. Люблю. Попробуй. Попробуй, это несложно. Люблю. Попробуй, это несложно. Люблю. Ты с нами, кстати, тоже пойдешь. Зачем? На живца ловить буду. Ладно, шучу я. Машина в лесу может вызвать подозрение. На дороге будешь ждать. Хорошо. Боишься? С тобой не боюсь. Я Пушкарева боюсь. Этого береги. Со мной не пропадет. Правда? Thank you.
Здравия желаю. Ваш пацан? Ну, вроде да. Что он творил? Проникновение на частную территорию. Кражи не было. Ну, там воровать, потому что нечего. Но факт есть. Ну, я сразу понял, что это за фрукт. Ну че, Бегунков, допрыгался? Теперь хищением частной собственности занимаешься? А Куполков в тебя верил. Ну ничего, я ему открою на тебя глаза. Ну, как говорится, извините за беспокойство. Забирайте бандиты вашего и пусть больше не бегают. У меня тоже начальство есть. Ну, я понимаю. Эй, Бегун! Бегунков! Ну, ничего. Вернемся в часть, мы с тобой еще говорим. Ведет тот коридор. Давай. Она обманула нас. Ты Мазаркова, это из опеки? Да, она. Пыталась подсунуть ложную информацию о родителях Романа. Рассчитывая на то, что мы от него откажемся. Ну, с Мазальковой еще разберемся. А вот, вот дом, обрушенный дом. Вот здесь погибли его родители. Самому Роману было всего несколько месяцев, он чудом уцелел. Под обломками его нашла разыскная собака. Ну, практически спасла ему жизнь. Ну вот, родители. Сюда, малыш. Как я долго тебя искал.
Блуд, где это вы? Где это вы, Блуд? Тихо, тихо, малыш. Только я вот что думаю. А зачем ему отдавать эту игрушку, а? Вирус. Склада родной мне военной части. Украсть ее. Он мне кинет копейки, а себе миллионы заберет. Так что ли? Или я идиот. Или мы не найдем, что с ним сделать. Мы банки на них. Блуд. Так это же они нашу часть хотят ограбить.
Подожди. Что еще он сказал? Папа, он только смс-ку прислал. Срочно передай отцу нападение на склад через шахту. Постараюсь сорвать. Пап, я пыталась ему дозвониться, но он недоступен. Так, малыш, слушай меня. Не волнуйся, сиди дома, никуда не выходи. Если он, Рома, позвонит, немедленно перезвони мне или свяжи со мной. Все. Наливай-ка карту шахты ко мне. Thank you.
слушай меня внимательно. У шахты 4 выхода. 4. У всех ставишь своих ребят. У всех 4. Понял? Не переживай, царапина, до свадьбы заживет. Хорошо. Пошли. Хорошо. Ты что, один? Поехали, нас вирус дома будет ждать. Где ждать? Дома. У нас дома. Чего непонятного говорю? Поехали, человек ждет. Я вирусы домой отправил, чтобы он с собой больше не рисковал. Поехали, говорю! Товарищ полковник, один преступник обнаружен под завалом, другой направляется в сторону 5-го коридора. Ведется преследование. Солнцев! Солнцев! Да. Пошел в твою сторону. Аккуратно бойцов за встречу, понял? Они должны встретиться на 15 километрах. Ушкарев должен отдать Ряхину деньги. Путь-то твой где? Там. Его перевязывают.
громко. Ты как здесь? Я кому сказал дома сидеть? Света! Света! Ну вот, посмотри. Любовь, морковь.